таки попал сюда. Я залез в эту замечательную будку. В мечтах путешествовать по Майнкрафту. Друг мой был перевозчиком, друга машина была. И он помог с оружием, он перевозчик оружия, и конец все четко у него. Чел замечательный, и хочу сказать, он ни хера не нарушал. То есть он перевозчик оружия, поезд, а ну, есть несколько тысяч заказов, каждый заказ, он замечательный, то есть впоследствии. Но в этот раз что-то случилось, и я куда-то попал. Хер узнает, где я сейчас. Но не знаю, что тут заперта сейчас. Выйти мне сейчас. Так, я сейчас постараюсь найти выход, но, блядь, это будет, не знаю как. Тут есть фонарь, есть кровать, есть сундук, но это мы уже поняли. Есть какая-то дверь, которая, как мы и залезли сюда, да? И сама будка. Вот. И мне сейчас придется как-то из этой херни ситуации долбаной как-то выйти. Что, блядь? Что за херня? Технически не палатки. Надо сейчас нам как-то выйти отсюда. Вот, не, вот смотри на мои руки. Сейчас пиздец. Ну, короче, нам надо выйти отсюда. Вот. Ну, понятное дело, придется как-то живой, да? Но с этим, мне кажется, выжить сможешь. Вот, все как-то выжим, да? Ну, так даже, блядь, пох. Я ж мод, так что возьмем все. Так, ну. Блядь, как нам двери-то вышибать? Заебись. И что делать? Интересно, конечно. О, нихуя ломается. Блять. А, ну там дерево. Все-таки фортануло нам. Сейчас попробуем как-то выйти. Давай, блять. Ну так, первый поставился. О, нихуя, где это мы? Бля, интересно, конечно, но надо сейчас долго пить, посмотреть. Хм, интересно. Ну, как я понял, что случилось, авария. Смотрите, был такой удар, меня аж просто въебало в стену. То есть, из стены меня въебало в другую стену. Ну так я, короче, шатался где-то секунд 5, наверное. Ёлк-макарёк. Да, попало ему жестко. Прям фонарь. Кажется, это не он. Нет, это не это. Потому что, ну, по жителям, а эти, блядь, какие-то просто бошки валяются. Не знаю, что это вообще. О, нихуя себе, фары, типа. Хера себе. Короче, я без понятия, где я. Но мне кажется, это, скорее всего... Сейчас что-то надо... понять. Ну, блин, похоже... какие-то пути, да? Хера себе, тачки такие стоят. Или что это, типа... Да. Ёбаный рот. Охуеть. Что это было, блядь? Заебись, заебись, простите. Не тот район попал. Своя дискуссия, блядь. Меня еще учат жить в городе, блядь. Спасибо. О, он сам сгорел. Не знаю. Короче, пиздец. Куда я попал, блядь? Куда меня затащил этот? О, голем, нихуя себе. Интересно бы узнать, куда я вообще. Библиотека. Что-то какая-то она необычная. Ну-ка. Жители дохера здесь. Я прям слышу их. О, выход.
Что-то мне кажется, что это... О, житель. Куда я попал? Япония. Я в Японии, ебать, я в ахуе. Реально, что ли, не ебануться? Ну ладно, там мне-то похуй, если честно, я же куда-то хотел съебаться, так что... Не судьба значит. О, нихуя, здесь продавец цветов, надо к нему зайти. Короче, купим. У меня сейчас кот в ахуе сидит, так, на экран смотрит. Что-то стремновато. Ну ладно. Есть. Пока. Что, блядь, горшки пустые, типа, продали. Ебать, здесь, конечно, бригады. Ну да, жители до хера. Ну, точнее, жители. Ну, жители, да, скажем так, да? Ладно, давайте, знаете что? Интерес у нас, давайте, наверное, вернемся на то место и будем там что-то понимать, что-то ни хера не понимаю, вообще не суть понятий. Ну, в крайне вообще. Хера не понимаю. Ну, одно я понял, что я по Японии. Так что придется как-то мне здесь щухаться, что ли. Надо чепаховать. Обед даст. О, заебись, смотри. Заебись, что я выкипали. Так бы сдох уже давно. Ну ладно. Ну вот, вот видишь. Цветочки какие-то, блядь. Че, повырастали, что ли? Блядь, как же он так попал? Да его даже в машине нет вообще. Его здесь нет. Это, блядь, какая-то голова, блядь, сверху. И там еще голова какая-то. На дороге. Я хуй понял, что это. Там должен быть хоть... Какой-то житель что был бы там, не был, понял. Ну, кровать тут есть, это понятно. Но... А где он, блядь, я не знаю, придется, наверное, его искать. Почему эта башка туда смотрит? Интересно. Это тоже туда смотрит. Это, подожди. Это смотрит на эту башку, но эта башка смотрит туда. А ну, блядь, чё-то. Ладно. Ничёвая какая-то херня, ну ладно. Крипер не тратит. А нет, вот дверь есть. Пиздец. Жёсткий, жёсткий, конечно. А, типа женский, мужской. Я, блядь, женский зашёл. Ладно. Если чё, простят. Это ж не специально. Ладно, ладно, это была шутка. Следующий этаж похож сам по системе. Но здесь уже есть кабинет. То есть не кабинет, а такой зал для дела какого-то, не знаю, 105 такой же кабинет. Интересно. Тут типа, блин, не знаю, что это, хоть бы, не знаю, ну, блядь, меня заебало это, и короче, да, блядь, надо что искать, да, блядь, я даже не знаю, куда, о, выход, то есть выход, блядь, в этот, этажка, то есть крыша, блядь, так трудно было сказать, крыши. Пиздец просто. Че, повторим трюк? Нет. Мы испытатели, нет. Мне кажется, лучше не надо. Ты так сдохну. А тут моя игра, получается, вообще закончится нахер. Блять, все равно я упал на 6, но я сдох. Сука, так как так? Ну, какие-то сундуки здесь. О, у меня все сохранилось, замечательно, замечательно. То есть все сохранение у меня есть. То есть если я подыхаю, у меня все равно все есть.
То есть это оружие мне даются до смерти. Ух ты, ёк, макарёк. Собачки чьи-то. Блять, это сейчас все мои. Это не мои собачки. Не, не мои. Я думал, мои. Чем-то жители пиздят. О, вижу ковзу. Сейчас убьем. А, не, вот застенька. Шалка, конечно. Ну. Да, жестко здесь, наверное, ночью. Блять, обстрел. Пиздец. Это жестко. Сейчас надо его грохнуть. Блять. Грохнул. Ебать. Охуеть. Какой-то черт здесь бегает. Конечно. Не, ну красиво, да? Не, нихуя, ты попротив. О, там зомбак. Интересно. Главное не стопнуть и похавать. Интересно, на машину свалить, нет? Блять, да почему урон идет, сука? Птичка какая-то. Холодипу. Здорово, житель. Блять, у него спрашивать нет. Мне кажется, это напрасно, откуда он его видел. Ты его видел? Где он был? С ним слабе гонялась. Зачем он? Ладно, ладно, это я понял, что он схавать его хотел. А куда убегал? Он там он был? Точно? Ладно, спасибо. Блять, ну как мы поняли, житель сказал, что он где-то вот туда убежал. А, дальше он уже не знает. Вот, ну короче, придется его искать, что ли? Я так хотелось. Да ладно, придется, ладно. Поищем. Опять кошка. Че это такое? Опять паук лез. Не дохуели пауков. Пауков нашествие. Интересно. Походу вообще жителей нету. Да, здесь вообще их нет. Сейчас слышу кого-то.
надо положить. Этот хер стоит нормально, ну как вот там, крупер. С ним ничего не связываться, а у меня меча нету. Ебать, я издалека въебал. Надо ебать, пацаны, это не тема. И девочки. Еще сзади стоит. Блять, где он? Я его не вижу. Откуда он мне не башит? Ебать, он залез. Антов, нет? Мне кажется, он тут свалился. Да, он свалился. Сука, не бей меня, чел. Ебать, он действует, пиздец. Надо ебать, тут обстрел идет, нахуй. О, житель, смотри. Дорожитель. А, помощь есть, что, блядь, мы научились ставить, что ебать, он мелкий, ебать, мне куда он чего не попал, это неинтересно. Старик, он собрался попал. Ладно, да ладно, хер с ним, да, интермена трогать не почти. Хуя там тортов сколько. Можно похавать. Черт. Что это у нас вообще? Кто знает английский? Переведите. Даже вот эти яйца вот крысёныш приплёлся. Ладно, ладно, это все нормально, все вырежется. Надеюсь. Так, эй, не жди мне здесь нихуя. Ну, он там может сидеть. А, все, все, все. Технические палатки, все. Вот, и короче. Как я попал сюда, вы задаетесь вопросом. Это несложный вопрос. У меня есть друг, перевозчик оружия, легальный чел, косяков за ним нет. Нет, почему? Я залез именно в эту будку. Нет, вы не поняли. Нахрена я сюда залез? Я решил путешествовать. Как я попал сюда? Вы задаетесь вопросом, а это несложный вопрос. У меня есть друг, перевозчик оружия, легальный чел, который не косячит. Нет, мы почему-то... Почему я здесь? Именно в этой будке. Нет, вы не поняли. Нахрена я сюда купил? Не залез. Я решил путешествовать по Майнкрафту. И вопрос у меня был один. Куда ехать? Ситуация сама по себе сложилась. Мой друг попал в аварию. Мне кажется, никто не выжил после такой аварии. И я сейчас заперт в этой будке. В этой будке. Блин, как же там? Что-то он, блядь. Как я попал сюда? Вы задаетесь этим вопросом. Дело несложное. Я отвечу на него, как я попал сюда.